Свой фильм прислал нам скульптор Сергей Очереднюк. Это не просто скульптор, это танцующий скульптор, который танцует и делает скульптуры. Вот фильм будет про таких вот гусей. Вы уже видели фильм, как он их сделал. И очень много было просмотров. А теперь будет этот фильм, а как их покрасить. И будет фильм подробный, мастер-класс вот этого мастера. Он расскажет, как красить вот такие свои скульптуры. Ну, не только гуси, там будут еще и цветочники. Ну, посмотрите сами. Пара гусей, ручная работа, роспись. 21 век, берега Священного Днепра, город Таврийск. Синеглазка днепровская с тенями. Маникюр Каховский. Так это жених и невеста. Это пара с кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово». Вот это Боярский там. Елизавета Потаповна. Он, Михаил Федорович. Елизавета Потаповна. Вот это Елизавета Потаповна. А вот это Михаил Федорович. Прошу любить и жаловать. Быть добрым. Добрый день! Сейчас мы вам покажем фильм покраски малых форм из арт-бетона в формате двора. Вот изготовленные уже погрунтованные работы. Чтобы сделать что-то творческое, созидательное, доброе, сначала надо обратиться к Творцу. Совершим коротенькую молитву, Боже, поможи. И начинаем думать, а что же мы будем делать? С чего начинать? Сначала надо добути доброго настрою. Представить себе, что я буду делать, с чего начну, с чего надо скрашивать. И тогда нам на помощь приходит танец. Дело не в трюках, танец в душе и выражается. И начинаешь думать, так, угу, пойду сюда. И выходит, получается, и раз, два, ча-ча-ча, раз, два, ча-ча-ча, хопа, раз, хоп. Оп, зажегся мысль, пошла. Все, в этот раз я буду красить тон светлый. Раньше я красил темный, высветлял. Сегодня буду высветлять, высветлю и буду затемнять. Далее буду. Вот мы вскрыли базовый цвет светлый. Теперь я беру оксидно-коричневую краску Дюфа и начинаю румянить, наносить еще один цвет. Румяним местами, потому что будет еще один цвет. Вот мы уже оксидно-коричневым разрумянили. Теперь мы берем еще коричневый тон темнее. Это цвет называется примула. Я взял примулу. И проходим уже по глубоким местам, по швам. Вот. Вот так вот. И так по всей культуре. Ракушку. Я в конце берем черную краску, красим ленты подкованные, щели и оттеняем аксессуары. Вот мы берем. Так, красим. Отделяем аксессуары. По самым глубоким местам, щели, дырочки, все, что может быть проявлено в контрасте, потом
наводим теневую такую, затемняем. Вот так выглядят работы, покрашены пока с компрессором. С компрессора. Последнее, что я делаю, это с компрессора раскрываю мох. Заготовленный заранее. И слегка, слегка, легонечко, легонечко делаем вид. Всю остальную покраску я буду делать сухой кистью. Гуси отдельная тема. А, уточка хорошая. Сделаем тебя серенькую христианочку. И гусака. А гусака сделаем белого. Хочешь, тебе сделаем белого? С изделиями можно разговаривать. Но когда они с вами разговаривают, тогда это уже опасно. Надо обращаться к специалистам. Все, дело за кистью. Вот пара гусей, ручная роспись. Увидели гуску синеглазую. А вот она, гуска синеглазка, днепровская. Тени от Тавриска, маникюр Каховский. Пара. Артисты из фильма «За бедным гусаром замолвите слово». Тут Боярский говорит: «Елизавета Потаповна». «А, Михаил Федорович, Елизавета Потаповна». «Михаил Федорович». Вот это Елизавета Потаповна, а вот это Михаил Федорович. Да. Пара уезжает в Кишинев. А у нас тут осталось расписать, прописать катки. Вот готовые подставки. Старайтесь, и все получится. Быть добру. Вот кадушка уже прописанная. На лентах цвета навороты. Божьи коровки. Вот все дерево растонированное. И сейчас я вам покажу, как я это делаю. Смотрите. Беру цвет охры, где-то 5 или 6 тон. Берем такую палитрочку простую. Насыщаем краску, кисть краской. И потихонечку проводим по верхам. Выражаем глубины, потихонечку насыщаем все это одним цветом, проходим. Смотрите, у меня краска вверху, я сверу потихонечку, насыщаю и аккуратно, чтобы не переборщить, потихонечку начинаю все это проходить. Проявляются трещины, ямочки. Понимаем меру насыщения. И тут уже можно набирать скорость. Проявлять технику, так бы сказать, боя. Вот так, ударная методика. Раз, вот так, оп, по краям. Смотрите с этой стороны. Раз, раз, раз. Ударная техника. Раз, 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 раз. Оп, 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 оп. Пока края щели. Раз, раз. И тут уже набирается скорость. И тут уже можно включать Труффальдино из Бергамо. А я такой, а я упрямый. Да ты прав, я Труффальдино из Бергамо. Ла-л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 а
А ну давай, давай поближе, толстый. Таким приемом справиться непросто. На-на-на, 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 на-на, на-на-на, на-на, на-на, на-на-на, та-та-та-та-та-та-та-та-та. И так по всей скульптуре. На-на-на. Я Труффальдино из Бергамо, на-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 на. И пока не понравится. Так же самое берем только оксидно-коричневую краску и проходим тушим низа. Ударная техника с Труффальдино. 2 минуты и все готово. Дарю. Каждый цвет, который присутствует в изделии, я тонирую 3 тона. Вот смотрите, например, мох. У меня тут оксидно-зеленый, зеленое яблоко, охры чуть-чуть и лимонный. Грибочки это красный, оранжевый, лимонный. Вот канат тоже у меня бежевый, светло-бежевый и серенький. Лента так само. Пойдем на это. Смотри. И вот последнее, что я делаю, это вот довожу каждый цвет. Лента тоже на 3 тона. Бронза, медь и золото. И вот совсем чуть-чуть добавляю еще другого цвета. И оно начинает как бы трошечки играть. Вот это вот последнее, что я делаю, это довожу на разнотонье все цвета. Смотрите. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. И совсем другой вид. Вот так. Теперь смотрите. Это изделие я делал темный цвет, высветлял. А эти изделия я делал светлый тон и высветлял. И смотрите, разницы вообще не нахожу. Да захватил вот это тоже. Смотрите, я работал по-разному. А работы получились одинаковые. Так получается, что дело не в красках, а у мастера. У кого кисть в руках. Вот так продукции готовы. День прошел, настал уже вечер. Зроблено было немало. Дома нас жінки чекают и горілка с салом. Последнее, что я делаю. Беру чуть-чуть блесок. Размешиваю с лаком. Совсем немножко. И вскрываю именно только ленты. Мох. Грибочки. Божий коровок. И все. Вот все работы уже готовы. И пальма уже в кадушке. И что мы сделаем последнее? Берем пифталталевый лак, вот этот вонючий, и вскрываем фрагментарно гусям носик, глазки, и все. Лапки. Вазон, значит, мы вскрываем все фрагменты, которые мы сделали раньше с блесками. И тут уже можно заспевать какую-то песню. Ночь пройдет, настанет утро ясное. Знаешь, счастье к нам с тобой не придет. Ночь пройдет пора. Ненастное солнце зайдет. Солнце зайдет. У совершенства нет конца, но, говорил мой старший товарищ, надо вовремя остановиться. Мы на этом останавливаемся. Все, хай сейчас стыть. Всего доброго.